уже начинаю. Всем привет, ребят, вы на канале Гапутуб, и сейчас мы себе взяли хомячка. Ты думаешь, что-нибудь слышно через камеру? Я не знаю, но там хомячок очень маленький, он весь дрожит. Все, идите в машину. Что, какое имя будете давать хомяку? Ну так думайте. Дольф. А, Максим может подскажет. Да не, он не подскажет. Рудольф. Он вообще не знает. Я не знаю, что купили. Может быть... Может, Эдик? Да, или Жорик? Эдик. 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 Мордочка. Смотрите, там такой носик торчит. Носик торчит Рудиком, да. Там даже я его глазик видела. Может, Рудик? Или Жора. Еще. Как назвали-то? Жора. Ну, пока придумали такое имя, да? Мы посмотрим на его поведение, может, еще переименуем как-нибудь. Вот, мы здесь уже все оставили, у нас раньше тоже был хомячок. Его звали Карамелька. Карамелька была раньше. Осталась клетка, и мы сейчас попробуем пересадить. Как он же кусачий. Давай я попробую. Давай. Я тихонечко попробую, ты тихонечко снимаешь. Я уже не знаю вообще. Вот он там жорик, вот он там такой малыш. Такой красивый. Давайте я, правда, может, перчатку у меня одеть? Да, попробуй одеть. Да, он знаете, как эту коробку толкает? Он очень сильный. Он даже, когда мы ехали в машине, дырку проделал. Да, он в коробке... Ой, в коробке, я не знаю, что. Тихо, какой он хоть стороны-то? Жорик? Вот он. Вот он. Тихо-т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 ихо. Как его хоть взять-то? Дуся в шоке. Чего, Жорик? Главное, Дуся держи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот он там, Жорик! Все? Жорик, Заряша? Нет. Он испугался, отпускай. Дусю можно отпустить, но осторожно, чтобы она клетку не открыла. Она не откроет, мы закрыли. Жорик, привет! Давайте покажем, где мы его поставим. Он такой большой, сирийский. Сирийский? Кошка-охотница у нее уже началось. Жора! Жора! Пальцы не пихать пока. Он еще пока привыкнет. Посмотрит. Это сразу же пить хочет. Что это такое? Он попьет. Ой, кушает. Ты витаминку ему кину? Пока да, не... да, там я там все одна. Положила ему. Дуся, отойди пока от Жоры. Отойди, вдруг он испугается. И теперь сейчас он ест. Дуся. Сыр кушает. Ой, я спокойно не ест. Дуся сразу же, ой, что такое? Он грызет, он же Жорик. Смотрите на Дусю. Он уже домик себе тут подвинул. И всем пока, ребята. Вы на канале Гапутуб. И с вами был Жора, Дуся, Фрося и Света.